Друзья, всем привет! Сегодня у нас шестая новогодняя серия моего проекта «Худеем» вместе с Денисом Черногузовым, где участники сбрасывают 7 килограмм за 2 месяца без вреда для здоровья. Мы разберем сегодня правильный новогодний стол. Несколько вариантов закусок, горячих и десертов. Обязательно досмотрите эту серию до конца и увидите, что такое правильный новогодний стол. Друзья, мы сейчас начинаем пробовать наш правильный новогодний стол. Начинаем мы с закусок. Первое у нас будет с вами яйца, фаршированные авокадом. Сейчас участники все будут пробовать и потом рассказывать свои ощущения, как им вкусно. Пробуйте и рассказывайте ощущения. Вкусно! Это яйца, фаршированные авокадо. Отлично. Очень вкусно. Да? Да, как будто яйцо под майонез. С каким-то паштетом. Да. Второе у нас, вторая закуска, это бутерброд с рикоттой и икрой. Пробуем. Так, это отличная альтернатива неправильным бутербродам с булкой белой, с маслом и с красной рыбой. И заключительная, третья закуска, у нас огуречный ролл со сливочным сыром и с красной рыбой, слабо соленый. Давайте пробуем. Мне очень понравился бутерброд, который с этой сырпотой. Потому что там хлебушек был. Переходим к салатам. Первый салат у нас будет с руколой и креветками. Вкус специфический. А я люблю креветки. Очень. И люблю траву. Да, я руколу люблю. Поэтому очень вкусно. И мне кажется, здесь какой-то уксус немножко добавлен, нет? Лимонный сок. Лимонный сок, да, кисленькая. Вот это мне нравится. Я люблю лимонный сок, когда. Отличный салат, на самом деле. Я просто ем и молчу. Так, переходим ко второму салату. Это оливье диетическое. На сметане. Либо на йогурте. Ощущение, что как обычное оливье, как на Новый год. Да? Очень хорошо, кстати. Практически. Очень легкий, да, по-моему. Практически как. Что за ягоды на оливье? Ну, чуть-чуть, может быть, отличается вкус. Ну, по сути дела, чуть-чуть более постный, наверное, да, да. По вкусу. Менее соленый. Соленых вообще да. Нет, да. Поэтому, да. Соленых огурцов нет, зато после новогоднего стола вы не будете отекшими. Да, и не будет сильно хотеться пить. Ну, водой нельзя запивать. Вы когда запиваете, у вас перестает выделяться поджелудочный сок. И получается, еда болтается, как суп у вас. И она не переваривается, и просто бесполезна, и обмен замедляется. Поэтому воду обязательно пить надо за 15 минут, где-то до еды стакан, и где-то через 30 минут после еды. Поэтому я также не советую употреблять супы в большом количестве, потому что это тоже не очень правильно. Супы были придуманы нашими предками в советское время, во времена, опять же, там, тяжелых времен, когда не было нормальных продуктов, собирали все, что есть, все это зарезали, готовилось быстро, легко, вот, и это все ели. Поэтому в современном мире супы как бы не являются правильным питанием с точки зрения именно фигуры, да, то есть и вообще здоровья. Поэтому пьем за 15 минут до еды и через 30 минут после еды. Переходим к заключительному третьему салату. Это салат у нас с гранатом и грушей. Так, по составу здесь у нас гранат, грецкие орехи, груша, 70 грамм рассыпчатого творога, 100 грамм свежего шпината. Для соуса нам понадобится 2 столовых ложки яблочного уксуса, 1,5 столовой ложки оливковое масло, 0,5 столовой ложки меда, 0,5 чайной ложки горчицы. Я люблю гранат. Нет, я вообще люблю. Яркий вкус, хороший. Сладкий, как десерт. Салат-десерт. Вкусно, это как? Вкусно. Гранат не люблю, вот вообще гранат не люблю. Но очень вкусно, съедобно на самом деле, ребят. Нет, ну вот это правильное питание, вы так же едите дома или нет? Самое главное, что тут ничего не надо. Все купил, да. Сложил в кучу. Да. Это тебе не оливье, который надо готовить. Так, заключительный правильный салат. Это будет салат с тунцом и помидорами черри. Вот здесь у нас тоже все очень просто.
Все салаты готовятся элементарно, быстро, не надо тратить много времени. А самое главное, полезно и правильно для здоровья и не вредит фигуре. Альтернатива салату мимоза. Так, переходим к горячим блюдам. Это у нас куриное филе по-итальянски. Сейчас попробуем. Так, по составу здесь все просто. Куриное филе, томатная паста, сыр, помидор, отруби, базилик, смесь перцев и соль по вкусу. Переходим к второму блюду горячему. Это форель под шубой. Тоже здесь все просто. Нам нужна дикая форель. Шуба — это миндаль, петрушка, базилик, чеснок, цедра, оливковое масло. Вот, в принципе, также морская соль, свежемолотый белый черный перец. И все. Мне очень вкусно. У меня нет слов. На самом деле рыба очень нежная. Да. Не соленая такая, очень. Ну просто по вкусу очень. С тарелкой. Тает во рту. На самом деле очень вкусно. Очень вкусная шуба. Шуба потрясающая. С орешками. Очень вкусно. Ну, я бы, честно говоря, досолил. Понятное дело. Ну это мое, да, такое. Солить не надо. Я нет. Кристина, давай. И шуба вкусная, я рыба, самое главное, очень сочная, не сухая. Либо поделите его еще. Еще поделить, давай. Так, заключительная часть нашего новогоднего стола – это десерты. Первое у нас овсяные корзинки с рикоттой и ягодами. Тоже диетическая история. Кому-то, может быть, не очень зайдет, но это все правильно. Никаких кремов и тому подобное. И заключительный, второй десерт – это десерт с манго и йогуртом. Сейчас попробую, потом скажу свои ощущения. Смотрится очень красиво, вкусно и привлекательно. Вкусные. Причем вот этот похож на чизкейк. Прям. Ну десерты прям вот десерты, да. Как абсолютно, как вредные десерты, скажем, да. Так, вкусные. И по факту, если это действительно такие правильные питания, то мне нравится. Ну не если, а правильно. Что конкретно в правильном столе, возможно, вам не понравилось, да, да, то есть, и приготовили бы вы такой стол своим родным и близким? Я бы пожелала своим родным и близким приготовить такой стол себе. Мне все понравилось. Тебе приготовить. Да. Почему? Что мешает вам готовить правильное питание? То есть искать какие-то рецепты, возможно, что-то более правильное, чем то, чему вас научили ваши родственники, мамы, папы, и то, что тянется из старых времен. Вот это неправильная селедка под шубой соленая, соленые огурцы, которые от них вздутие живота, проблемы с желудком, с кишечником. Там вот эти все соленья, маринады. Что мешает конкретно вам питаться правильно? Питаюсь-то в течение года правильно. А вот на праздник я с удовольствием нажрусь всякого неправильного. Потому что в течение года мы питаемся правильно. Для меня это будет праздник. Читмин. Нет, то есть вы готовы там как бы пожертвовать своим здоровьем, да, то есть где-то... Где-то что-то. Один раз в год. Ну да. Может, это уже будет не работать. Я не гадаю, не гадаю. Хорошо, так. А что? Я бы питалась бы так, на самом деле, очень часто мне все чуть понравилось. Ну а что мешает? Мешает то, что не всегда время есть приготовить. Плюс большая семья, которая не всегда готова есть, к сожалению, правильную пищу. Поэтому но приходится вы... одному готовить это, второму готовить это. Хорошо, вы... Ну и начинаешь, конечно, сам потихонечку. Нет, так хорошо. А почему вы не можете как бы сесть за общий стол? Да, то есть и пообщаться, и сказать, что вот мы с этого дня питаемся правильно. Нет, это можно. Надо просто... А что мешает? Ничего не мешает, надо просто, видимо, как-то вот так вот взять действительно и сесть, и всем это донести, как привычку сделать дома. Все вот правильно. Все. Потому что вы правильно сказали, что все проблемы от неправильных привычек. Потому что у каждого человека в голове сидит, что, ну да, это вроде правильно, ну я, наверное, бы это не стал есть. Ну, это долго готовить. Ой, ладно, пойду там это картошечки пожарю себе, да, то есть. Потому что это, еще раз говорю, в голове сидят неправильные привычки. Как только вы научитесь менять свою голову, да, что говорить, я питаюсь правильно, и искать продукты правильного питания в любом, в ресторане. Опять же, если вы приходите к своим родственникам, там, друзьям в гости, то всегда можно на новогоднем столе найти какие-то более правильные продукты. И их использовать, да, то есть, чтобы вы должны учиться
Да, то есть искать правильные продукты на неправильном новогоднем столе. То есть это тоже привычка. То есть как только вы вот это научитесь делать, то ваша фигура начнет меняться. Друзья, ну что, год подошел к концу. Поздравляю вас всех с наступающим. Желаю вам здоровья, счастья, чтобы вы были стройные, красивые, подтянутые. Кто еще не начал заниматься фитнесом, обязательно приходите. Можете приходить к нам в проект «Худеем вместе», мы вас ждем. Поэтому с наступающим! С новым годом!